Искренне интересуйтесь другими. Искренне интересуясь другими людьми, можно в течение 2 месяцев приобрести больше друзей, чем в течение 2 лет, пытаясь заинтересовать других своей особой. Это слова Дейла Карнеги из его книги «Как завоевать друзей и оказывать влияние над ними». Сам Карнеги жил по тому же принципу. Каждый, кто встречался с ним, был впечатлен его способностью искренне интересоваться другими людьми. Один из друзей Карнеги, который сопровождал его на мероприятие, где Карнеги предстояло выступать, вспоминает, что люди приветствовали Дейла, пробиравшегося к трибуне. Он внимательно выслушивал каждого, комментировал сказанное. И в этот момент собеседник Карнеги чувствовал себя самым важным лицом в зале. Старайтесь смотреть на вещи с точки зрения другого человека. Общаясь с новым знакомым, со старым другом, с начальником, подчиненным или сотрудником, имейте в виду, что этого человека больше интересует он сам, чем ваши проблемы. Его зубная боль значит для него больше, чем голод в Китае, погубивший 1 000 000 людей. Нарыв на его шее беспокоит его больше, чем 40 землетрясений в Африке. Старая мудрость подводит итог сказанному. Сплетник говорит о других, зануда о себе, а блестящий собеседник говорит о вас.